В российском календаре появился новый профессиональный праздник – День оружейника. Отмечать его будут каждый год 19 сентября. Православная церковь в этот день чтит Архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В народе день 19 сентября назван Михайловым. В этот день устраивались мирские сходки, на которых решались семейные и частные дела. Дела решались мирно, дружно. После сходки устраивались угощения, ставили мирскую свечу в церкви и молились о неспослании всяких благ. Наши предки примечали, что именно в этот день начинаются первые михайловские заморозки. На Михаила полагалось не работать, иначе Бог накажет, говорили на Руси. Если в этот день иней, жди больших снегов, а если туман, жди оттепели. На Михайлов день ясная погода, зима будет морозная. Если осиновые листья на Михайлов день ложатся лицом вверх, это к студеной зиме, изнанкой кверху зима будет теплой.